сегодня расскажу историю. Я охуел. Приезжаю 11, это было 11 апреля. Это была пятница. Но. ВАЗ Донецкий был Яценюк. Но. Там вся межпуха. Естественно. Они приехали, они с Рената там встречались. Там, там говорили, разговаривали. Там, туда-сюда. А потом они приехали оттуда, в Днепропетровск. А учитывая, что Яценюк уже у нас летает же на этот там, на общественном транспорте. Ну да. Мы организовали спецрейс. Называется общественный транспорт, ну, в смысле, как рейсовый самолет, там посадили туда пассажиров, которые летели в Донецк. Они же полетели обратно, эти пассажиры. Но все было внешне, как это самое, общественный транспорт. Ну, понятно. Неправильно. 50-50-местный самолет, 20 пассажиров там, которые якобы купили билеты. Ну, вся межпуха села в самолет, вроде они тоже с билетом. Ну, показуха, да.